Бля, единственное клево на шамане инжи нету. Да хуй с ним. Слушай, шаман нихуя не дамажит. Ну да. Тоже верно. Главное, что 8% крит дает. Че, Ромка, живой, нормально все? Не уснешь? Да он не должен, надеюсь. А ты пивасика бахни. Не, под пивасом я точно усну. Я вам кофейка себе сделал. Я не знаю, как у вас... Тебе надо что-то такое, перцовки, наверное, пахнет. Я так понял. Как у вас от алкоголя сон тянет? Если выпью, все пиздец. Я не усну, блядь, пока... Нет. Пиво выпиваешь, все, блядь. Ой, спустись сюда. Нет, я если выпью там пиво или чуть-чуть другого, то меня я пока не подразвею, не усну. А ты сколько литров выпиваешь? Мало. Да я не пью же вообще. Так там надо нормально. Ну так и меня отрубает где-то к концу четвертого баллона. Ебать, ну, хуя себе. Я литр-то еле не пью. Он сказал к концу четвертого галлона? Баллона его, да, галлона. Галлона. Ну, блядь, этот шаманин сразу кегу покупает себе пенушки. А думаю, ну одну мало, возьми 4 себе сегодня. 4 кеги. У меня знакомый, короче, ну или не знакомый, в школе учились, там у одноклассника дядя был. Ему жена дома пиво пить не разрешала. Вот. Ну вообще пить ему не разрешала. Он, короче, это... С собакой гулять шел, покупал себе пятерик этого, блядь. Багбира. И просто, блядь, пока гулял с собакой, пятерик просто высасывал. Красава. Это, слушайте, а у вас есть у кого-нибудь джифс или мне нужно будет тэпэшиться в бухту? Я до Орелуга, короче, купила себе свечи, а они у меня, короче, пропали. Есть же, не, ей нужны реагенты. Короче, сейчас трэджи чистят, а хотя, наверное, друй сам против. Пошли, маму там. Да стой, давай трэдж почистим, потом сходимся. Сейчас не критично. В смысле? Так я чат не читаю, надо в голосовом спрашивать. Сука, говорил же, трэш придется чистить. Ну ничего страшного. Давайте не будем тут вправо хватать, а с другой стороны. Давай, все, тягай с этого, с мажидара. Ой, сюда. Что-то впадло, блядь. Не сажись, трэш тут. На один хуй чистить, вы что впадло? А зачем? Нахуя вот сзади нас чистить? Как ты пойдешь дальше? Через другую сторону. Это, типа надо было около Мороза убить, чтобы тут трэшка надо. Через какую другую сторону сразу? Мы сейчас вызываем Мороза, выходим с леса, и Рога заходит под Луизом через подвал, и я ставлю шкаф. Только через подвал, пойти. А если мы там сдохнем, что-то делать будешь? Опять через подвал? Портал откроем. Ну если мы не убьем, то отправим. Ебать, пока ты будешь портал открывать, а пока будешь проходить, уже трэш можно убить 10 раз. Там чистил, блядь, 5 минут. Так там тоже трэш. Блять, я ошибки наши понял, лучше трэш почистить. Сейчас вы нахуй почистите, трэш ебать вы нагрели. Сейчас нахуй дыхнет разочек. Здесь немного. Я там молот Тора упал, блядь. Ого. Это же. Донт вообще, он просто всю комнату сразу агрит и вся комната заливается. У Себаса там хороший. Че, можно пошел по стопам? А кто там курит? Себас. Кимисик там, как все там. Выйдет. Без разницы. Они оба там ходят. Нет, это будет не приоритет. Если у Себаса там холик есть, то просто можно весь трэш собрать нахуй и залить его. Ну, не весь трэш, эту комнату. Я сейчас вон холики чищу. А в чем прикол? Заебись. Ну, в том прикол, что его не убьет просто и все. Ну, а что он холика такое, что его не убьет? Ну, там, у него там болезни нет. Больше ебашат. И болезни больше ебашат, и поживучий он чем гибрид. Типа агро не стреляет? Какой нахуй агро, блядь? Почему тут агро? Нет, гублик по прозванию мёртвого гнида. Так. Блядь, забагалось, надо его писать. У него, во-первых, панцирь от магии есть. Когда огнем дышит, то так. Магия очевидна. У него он просто поживучий, чем гибрид. Да, у него есть зона антимагии. Дело не вообще не в огромке. Там кинтик нормально нахуй.
Да кипсик, он на пульт потом сам сам разрывает. Донт, наверное, агрит текущую, потом эту зону включает. Мужчина. Да его особо не пробиваешь, что прям пиздец, прям что. Его поднимали постоянно. Нормально, дальше ты раньше. Ну типа ты, каким образом его типа не пробивает там полики? В чем вообще разница типа с Бладом или с тем там гибридом? Ну ничего, мне кажется, как ты сказал, Донт там больше дефа. Типа тот же костяной щит, там плюс антимагический щит массовый. У анхолики еще на 6% меньше урона заклинаний идет. Да. Ну, допустим, в Бладе типа есть воля мертвых, кровь вампира и еще там что. Давай, сягрите в этих пиздюков. Кровь вампира та самая, которая на 15% хп повышает. Это будет, тихо, все, хватит, ходите. Войд, давай сразу же второго сагри, сейчас нужно будет заявить босса. Да. И который увеличит весь входящий отхил на 40%. Так, у нас что-то есть? А шаманизм первый строй есть? Ну, спек вообще есть. Зачем нам рестор? Не, это же фракция. Нужен рестор. У него есть ресторан. Ну это наоборот прекрасно. Нет, спек у меня есть, мешмотами. Да, какой-то был жесткий. Сегодня хил у нас хапал и ирдру на этом. На смотрителе ДЦ еще будет. Чего мы не прохилим? Наоборот, не хватит. Как-то не худелать. Мы убивали хапал ирдру. Ой, вернее, ДЦ ирдру. Какой ирдру, который с Волониром? Да почему, если, блядь, Волонир не супер, это не панацея. Мы Ршам ДЦ проходили без Волонира. Это не панацея, Волонир. Ну да хуя чего дает? Понятное дело, что да хуя, но это не панацея. Ну, я не знаю, я просто говорю, мне кажется, не захилит Аран. Все захилит. Ну и Ршам у нас есть. Сегодня не смог. Вот хуёво то, что у него лема нет, вот хуёво. Все, заебись. Барон Раф один, его заливаем. Мы режим переспелишь танка. На нем станы будут. Ну или шо вот. Врач среагирует. Ну лучше мы режим. Шо вот и хер. Точечно или масс? Точечно. Точечно. Рыбка есть? Где рыбка? Можно джесса, пожалуйста? Все есть. Все рыбы. Масло мажьте, пейте сапрота. Ну сейчас можете там даже ЛК фаски выбить на этого босса. ДД? Какие, в смысле, СПД, ЛК? Да, на этого босса можете ЛК что выбить. Мы их перепьем просто. На сапрота. Здесь фаски вообще не нужны. Прокси больше наносить, когда истерию давать? Да, конечно, хорошо. Все, покушай рыбку. На режим Дживса тебе поставили? Нет. Ну идите шовы за этими, за крестами. Блять, за свечами. За свечами. Поставь, пожалуйста, шкаф. Локи. Зачем шкаф? На вход быстро. Че говоришь? Ай. У нас просмотрим просто и все. Мы же так, это видишь? Кто первый? Второй, третий, четвертый. Ай, да она просто камнем топлась обратно. Ну и пускай. Там забушка звучит? Да. Так, по танцам первый Гудлик, после него Север, после Севера Мэри Джейн, после Мэри Джейн шаманизм, после шаманизма либо я, либо Кимсик. Кимсик, у тебя есть сапоги? Ну давай тогда после шаманизма ты побежишь. А че она там босс делать надо? А ты кто? Ардур. Я все скажу. Смотри, тут ничего сложного. Стоишь, хилишь.
Вот. Хилишь много, хилишь бодро, хилишь регровкой, хилишь ритм. Все, тихо, шел, аж тихо. Стоишь, хилишь. Вот. На третьей фазе, ну когда я скажу, вернее, на второй фазе, подходишь к боссу, но не ближе, чем танки стоят. Вот. На третьей фазе, вернее, на второй фазе, на столе стоит гудлик, после гудлика стоит север, после севера стоит шаманизм. Север, пожалуйста, камень. По 300 кловим, да? Да, по 300 кловим. Север, камень, по... Блядь, по кому? По гудхиллу отдай, север, по гудхиллу. А нахуя на столе стоять? Чтобы дебаф ловить. Ну можешь, блядь, ближе стать, просто так удобнее. Первый стоит на столе, второй чуть-чуть ближе. Дебаф чего? Я нихуя не понимаю. Да зачем это знать? Просто на тебе будет дебаф уберут и все, блядь. Блядь, ты говоришь, стой на столе, блядь. Я не понимаю, для чего мне на нем стоять. Самый дальний ловит метку. Да. Персонаж. Сейчас падло просто, что объяснять, хочется быстрее уже пройти его и пойти. Просто деньги делают, и говорят, и все, блядь. Так, север, тихо. Север по гудхиллу, гудлик по... Блядь, по кому бы ССН дать? Давай, наверное, по войду. Так, все. Я же держу трэш, а Войд держит босс, да? Правильно? Да, 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 все правильно. Все. Играем по этому парафу. Сейчас первый оборон. Так, подожди, танцы. Север гудлик я или гудлик север я? Гудлик, север, ты. Угу. Гудлик, север, ты, шаманизм, кимсик. Я все про... Фу, блядь, проанонсирую. Все, давай, серчи на пол. Войд, ты что, пьяный? Пожалуйста, фласочки. Масочки. Масло все. Я инженер кимсик, но я без чарки. Мага нету, что ли? Еще такой вопрос. Вы около того стола танчите или около левого? Да, нет, прям между ними танчите. По центру танчите. Ну, просто мы заводили их на стол на краешек, чтобы танки могли пожрать еду, если что. Ну, хочешь, можешь... Давайте вот стол под правый от нас сейчас. Ставим, в принципе, да, согласен. Нормальная тема. У тебя урок с меткой 7 докап, что ли? У тебя метка 7 докап, что ли? Как раз-таки урон 18. Не докап, он у вас шара. Бывает. Да, все, давайте, добавим пол даю. Играем сейчас по барону. 5, 4, 3, 2. Дайте еще время на пульс. Нормально. Станы, не забудь, не завалить, не спереди станы. Станы будут на Себасте. Готовимся танцы, Гудлик, готовься танцы танцевать. Угу. Все, пошел танцевать. Быстренько рафа убиваем. Гудлик, хап есть вижу. Нас. Угу. Че, рыбу жрать надо? Ну, рыбу или кабана. Север, я кабана. Север, тебе надо было портал поставить, чтобы проще было. Ну, с другой стороны. Он же рандомно появляется. Ну, надо, чтобы просто быстрее было, если там на одну сторону. Ну, то есть, да, сейчас он по правой стороне стоит. Добили. Мэри Джейн. Все, поехали по морозу, играем точно по морозу. Эй, когда два лока... Да, я его знаю. Когда два лока, можно один слева, другой справа. Да. Шаманин, готовься. Да, у меня таймер идет. Слева очень редко тогда. Шаманин пошел. Около стола прямо. Угу. Давай. Ага, все, заебок. Войд, схавай тортик на столе у нас. Сейчас я, да? Да. Сейчас кимсик. Кимсик. Кимсик не идет, я бы. Ну, если танцуй. Ладно, нормально. Кимсик, ты же танцуешь. Давай, Кимсик. Лево. Войд, схавай, пожалуйста, торсик.
Тут рыба так. Ну, рыбу с скалой. Где следующий? Сейчас север танцует. Давай север. Один из танков на столе совсем типа. Быстрее похавать только, ребят. Не забывайте хавать после, я помню, кто-то не похавал. Что здесь? Стаков очень много. Мы режим. Тоже я схаваю, тоже. Тьфу ты, мать. Что-то чуток стаков много. Папку или коржан? Чё-то нет. А, фаза или сменилась? Пара. Фаза сменилась. Пара, да. Все, давайте, ребят, все. Все там у тебя, Себастьян, ага. Все танки, дальше сами. Как я говорил, вставайте. Первым на столе стоит Гудлик, после него стоит Север, после Севера мы режим. Геру, да? Все. Да, давай, Геру. Все отошли от босса, дальше на танки. Дальше танков встаньте просто. Там РЖ хорошая. Первая метка. Так, парни, я за этими не слежу, давайте сами только разбирайтесь с ними. Мне пытаемся идти вперед или нет? Все, Гудлик, стой так. Север, пару шагов вперед сделай. Вторая метка. Себастьян, готовься по команде. Ты 4 отдавать. Бой забрал? Т4, давай. Угу. Все хорошо. Там у тебя Войд. Сейчас твой отправляющий упал. Войд забери. Войд. Дайте ББР по нему быстрее. ББР дайте по нему. Забираю. Все нормально. Первая метка была. Блять, у меня с пушки проебались. Я отвлекся. Кто меня бьет, ебаный? Пошел Винер, залей, пожалуйста. Друид, готовимся массакро давать. Когда-то. Шоу, не знаю, иди Миризон убей как-нибудь босса. Давай массакру. От босса маленькая дистанция наберите. Войд массакру. Себа забирай. Надо добивать его сейчас обязательно. Здесь не переживем уже. Хотя, в принципе, пол Т4 будет у нас нормально. Значит, урона вообще нет, ребят, что-то урона вообще нет. Так, прикол в том, что урон-то больше, чем обычно, блядь. У меня 12 хита никогда не было. Слушай, ужас, как долго бьем. Тоже вторая метка, блядь. Валя, мы еще. Ну надо, у нас тут 1003 будет нормально. Гудлик, встань на стол. Гудлик, что там? Гудлик, маленький. Назад перейди, Гудлик. Готовимся Т4 отдавать. 3, Т4 отдавай. Чуть-чуть от босса отошли.
Слегка. Почему он не прыгает? А, пошел прыгать. Нормально, нормально, нормально. Все. Добили. Пока, ёпта. Нормально. Все, молодцы. О, Мэриджин, слушайте, вроде левая рука неплохая упала. Ребят, прохиливайте, 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 прохиливайте. Ага, отлично. А эта хуйня же вроде не прохиливается. Она точнее не пропадает. Она пропадет. Да, рот-то. Она пропадет. Выйдите из комнаты. Ну не пропадает. Пропадет скоро. Ну это, видишь, это рассекающая у нас первая фаза, просто ее много натекло. Так, а почему я его не стал, тебе понять не могу. А там наверху тоже трэш, что ли, нет? Конечно. Конечно. Все, давай, специально чистить. Так, вы из комнаты вышли? Не спал дебаф? Нет, у меня ведь есть 300. Ладно, да можете, в принципе, пройдите. Дальше попробуйте пройдите, а если не снимется, можете это... Умереть как-нибудь. Давай тогда... Стопайте хилпа, не пусть... Пусть они помрут. Нееее. Я буду... Кимсик, я что-то не понял, ты про что? Я... Пусть вы, наверное, что-то не увидел. О, слетело, все. Все нормально. Я же говорю, слетит. А чем ладно, мы бьем? Давайте еще. А что плохо, они что-то сделали? А, ну может быть, я просто не заметил, не переключился. Я короче, макрос другой поставил, я вместо того, чтобы, блядь, стаунтить этого босса, чтобы не убил Себаста, этот... Рефлект прожал. Гольник, заберите, мама. Не забирайтесь на мопа. Да заберите, блядь, Себаст. Моп не таунчащийся. Да, ебать, блядь, блядь. Пизда мне. Расколзи. Так, давайте по звезде играйте. Более точно играйте по звезде. Рокс, когда я танец пошел танцевать, Рокс меня убил нахуй без самого, типа я резко. Ты упал от танца. В смысле, я не танцевал. Я пошел танцевать, и я стал для тебя врагом, и ты дикой. А, ну бывает. Я начал его резать нахуй, он резается 7 секунд, потому что нет таланта. И просто под последнюю секунду нахуй прилетает сало от танца, ебать я сгорел. Это Блядь, мы долговато били его на самом деле. Хотя мы очень долго били. Я не ДПСил, потому что дальше беса не было, ебаный. Или наоборот, мы его быстрее убили. Рокс, чем... а ты не хочешь на Next Раз просто разделить РДД на левую и на правую сторону, и тогда не будет столько сайленса? Хотел бы так пиздануть бы себе, да только ты не дал сказать мне, что потребует просто вот... человека в разные стороны. Ну вот смотрите, нам сейчас это помешало как-то? Сало давало часто, могло давай. Быть реже. Ну давайте, я не против. Ебать, трэша нету. Кто-нибудь знает, сколько сейчас я не против редара сделать? 200, около 2. Ну, 180, может, так. Ага. 180. Мне кажется, сейчас дороже, сейчас рынок очень сильно поднялся. По подсчетам 270 тысяч. Я уже реги посчитал. Не знаю. Не, ну если за один раз сделать, как бы за один день, то понятное дело. За один день... Ну, в смысле, а ты какой часы не задираешь? А что там? Загалку ты делаешь априори за один день? Или ты хочешь перейти на Орду и еще там посидеть цены по мониторе? Ну да, я недельку, наверное, сделал бы. А если просто, блядь, реагенты? Аук-то общий, какая разница? Аук не общий. Так, а если там, общий. Типа, по реагентам репа? Как-то не общий, общий аук. Общий. Можно реки туда заранее смотреть. Сейчас можно трэш не чистить, просто наверх его довести и его наперёд. Не-н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 е
Да, то потом нас гудлик вайпнет нахуй на оране. Что делать? Муравьи не приделать. Я тут, блядь, знаешь, столько раз отшибали, что не чистили трэш, что лучше его один раз почистить и было не бачить за него. У Войда, кстати, есть ретрик? Да, есть. А я сейчас в чем, блядь? Не знаю, может, танцы. Ты можешь бой Void Light, это пиздец. Ты че Void это, блядь? А? Ой, я сайрал. Void что-то очень злой какой-то. Бегите. Ну ты злой, ебать, я вообще самый добрый в мире, блядь. Блин, Себас, зря ты его с этого, бегите. Я хотел бы просто ответить. Ебать, как так можно судить вообще злой, блядь? Орёт, ругается. Вы злых людей не видели, блядь. Ты сегодня агрессивный вот. Я агрессивный, блядь. Да, ты агрессивный. Чтоб все люди такими агрессивными были, как я, блядь. Стой, остановись. Да, вот здесь их убьем сначала. Войд, привет. По-моему, если до конца добираться, они же скипают часть. Ну, они камень скипаются, да, но... Потом, если мы сдохнем, то хуёво. А, ну да. Всё так. Ты пошёл вот в кару с вами, блядь. Пиздец, вот хуёво все дела, блядь. А чё думаешь, заебись? Охуенно у тебя всё, у тебя вообще жизнь налаживается с сегодняшнего дня. Когда на РТ похожу, блядь, гиб. Вот ты ж на РТ, блядь. Не, мы идём на следующий, блядь. Wait time. А ты чё ревнул вообще, блядь, поэтому? А, кстати, да. Чё, вам не рассказали, что ли? Да нет, там рассказали, в чате, как бы рассказали, да рассказали. В твоем диссе и в чате все было написано уже. Слышишь, Войд? Я только час назад узнал, что здесь будет. Неприятно. Расскажи пацанам, почему. Те вопросы бьем. Быстренько слетаю чарку на этот плащ. Да. Не могу слетать, у меня камень. Значит, пускай Бёрн отвечает на эти вопросы. Че, пойдем дальше, второго тоже. Что ли, ты агрессивный, конечно, что? Что ли агрессивный, нихуя себе. Че значит агрессивный? Да я ж чуть-чуть. Вот какой-то агрессивный стал. Я не агрессивный. Я же у тебя спрашиваю, а не у Бёрна. Ну, так... Не, ну я это... Ты заставляешь меня вспоминать моменты, которые не хочу вспоминать. Эй, так... Это... Блять, ну ты вырвался. Уже потом нас заебет. Давай спустимся и убьем его. Сейчас этого убьем, потом. Я могу конкретно по никам назвать людей, которые нормальные и которые хуёвые. Давай, дам шаг. Ну вот Север уже заебал. Я тебя припомню. Не, Севера я мало знаю, хуй знает, что мне сказать вообще. Так, Тарас, он в DC очень много это, что-то говорил там, и громко бы потише его сделал. Потом как-то менее заметно стало. С тех пор не слышу его, да? Нет, ну хули как-то сейчас сделал. Так а чё у нас теперь только один рейд и будет охота? Почему? Ну блокера нет. Хули блокера есть, сделают там? Есть у нас блокер. Есть там тем более. Блокер есть. Что? У тебя блокер там, да, какой-то? Ну да, мне дали аккаунт спал блокер. Всё, заебись. Так что это не проблема. Так что блокер у нас есть теперь на первый рейд. Слышал, Мэри Джейн? Всё, Мэри Джейн, да. Я уже разговаривала сегодня с Бьёрном. Вот, типа, когда он заходил, сказал, что типа наш первый статик оставляет на произвол судьбы. Оказывается, это рофл был, но я этих рофлов не понимаю. Конечно, рофл, блядь, ты чё, блядь, себе что-то? Не понимаю. И, возможно, кстати, меня заберут во второй статик. Возможно. А как вы относитесь к тому, что первый статик не закрыл Грула, а второй закрыл? Первый раз. Позитивно. Да не, не наныло. Просто мне нужно в одном статике синовое, я сказала, либо его в первый, либо меня во второй. Нам зачем? Нужно в одно время играть. Зачем это нам? Ну, затем. Нам удобно так. Вам, кому? Ага. Вам, любовная парочка. Так точно. Хуя себе отношения на расстоянии. В смысле на расстоянии? Она доминирует, если что, так что ты поосторожнее. Сидит, он хавает сзади меня. Да? Слышишь, она доминирует, если что, так что ты поосторожнее. Приятного аппетита, пожалуй. Мне просто интересно.
Вы балуете с тропаной? Видимо, балуете. Ой, мерзкий такой север, конечно. Гудхилл, ты носишь дебаф там, смотри. Чё такое? Чё? Нормальный вопрос. Уйдите от друида, нахуй. Вообще. Нормальный вопрос это для людей, которые общаются там уже года два, это нормальный вопрос. Все, давай, повесели. Север так общается, как будто он два года уже общается. Вы слишком стеснительные какие-то, мне просто похуй абсолютно. Чего там, блять, вам... Называется бестатность. Бестатность, да, согласен. Гудик, ну... Стопни ДПС. Да я не пил, я просто ведут впервые. Че, ну а че на сейчас агрелись, блядь, не пил? Да Гудик он, блядь, из-за статуи выглядывает, его уже мобы, блядь. Потому что... ХБ просто агрессивный, блядь. Мобы чисто такие. О, слушай, это Гудрик. Ну, бульба есть, а если найду? Они уже, как называется, охота за головами же есть? Охота за бульбой. Охота за бульбой. Они уже это назначают голду за него, между собой мобом, блядь. Ну, а, кстати, этого чела убили, на которого 150к повесили? Ну-ка. Вроде контракт закончился. А типа контракт он не бесконечно висит? Ну, если а, получила чипку? Она, это еще и она, блядь. А какая разница? Тимсик, ты завалил ее? Ты что, весь вечер ждал, пока они выйдут с этого, с магика или, или где там? Он где-то поплыли. Они не вышли? Она не вышла. А Кимсик это чей твинк? Все время забываю, блядь. Путаю, точнее. Это мейн его. Да? Блядь. Кинроки это твинк Зоркова. Кто-то еще на К был, блядь. Твинк чей там. Кекси это чего? А, Кекси то это чей? Его кикнули. Кекси тоже не кикнули. Это же мейн, его кикнули. Тоже, блядь. Тогда я конкретно перепутал. Что-то у нас все роги на К, блядь, начинается. У нас все твины это разбойники. Венера разбойник. Абула тоже рога. Нам повезло, что на Войда нету нахуй роги, блядь. Как бы там по ДПС у всех разъебал. У меня на X2 и строго с ником Карапуз. Очень интересная тенденция, типа, что два из трех рог просто кикнули. А почему Кексик это кикнули? Возмущался бы. Не дома ХП. Да? Да. Что я бы вроде не коляка. А что там, кто там первый? Это неминуемая смерть. Ты проебался. Классик смерть. Не, не акримок. Пускай дадут. Друид, если видишь, что мобы идут на Гудбика, не хиль Гудбика. Не, не слушай его. А чё, кстати, макрос достоверно работает? Всё нормально? А есть такая хуйня, что он пропадает с панели, если чё. Есть такая хуйня. Такая есть хуйня, я лично так устал. Я вручную жму. Я да, тоже в последнее время вручную сложил. А вручную, ты жмёшь эту кнопку, которая посередине? У меня один раз было вот на прошлом Каражане. Выходим, 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 Гудлик. Вот, вот, глаз свой шоколадный, пускай в атаку. Я на среднюю не нажимал, но она все равно пропала. Дальше выйдите, дальше выйдите. Я так понял, эта хуйня происходит. Когда ты получаешь этот самый айтем, у тебя Вовка инициализирует его иконку, и она почему-то из-за этого пропадает. А вы пишете, шел тул тип. Вот у меня вот пришел тут типа, я вот подумал тоже попробовать через шел тут тип. Чтоб сразу она была. Вы про чё, блядь? Про это, сбив коста или чё? Про сбив коста. Ебать, хуй знает. У меня посередине экрана кнопка появляется, ее тыкаю и вообще похуй. Она с середины экрана пропадает тоже, наверное. Нет, так просто сразу этот в таргет берется, вдруг там полсекунды у тебя, чтобы сбить касты или. Ну это в начале, только первым. Нужен. Чё, кто там первый будет? Так, а кто из вас по каким меткам стоял в прошлый раз? Я в черепе стоял. А Гудлик, ты где стоял? В треугольнике. Ага. Мэри Джейн где стояла? Мэри Джейн в ДЦ. Она в квадрате вроде стояла. Крестик, по-моему, или квадратик? Квадратик стояла. Да, давай в квадратик вставай. Мне нужно стоять где-то посерединке. Давай-то в крестик вставай. Так, Годхилл.
Блин, а, у тебя... Смотри, я его возле квадратика, по-моему, стоял там. Ну давай, ты, короче... Между квадратиком и луной. Я понял, север, череп, Мэри Джейн, крест, шаманизм, луна, гудлик, трусы. Трусики. Кимсик, ты закрываешь из... А, шова, в ромбик. Я возле ромба стою. Да, ты в ромбик, и у нас еще один квадратик остался. Кого не нашел из дрожников? А, ну, гудхилл, получается, квадратик станет. Все, да. Будет смеяться, но этот поезд почти лучше, чем мой, блядь. Было бы там еще одно гнездо. Гудхилл, квадратик. Пропьем, да? Гудхилл, квадратик, Мэри Джейн, крестик, гудлик, трусы, север, череп, шова, ромбик и кто у нас еще? Блять. Я в луне. А, иди в луне, все нормалек. Так, ай, блядь, надо кого-то по центру ставить. Ромка, давай ты встанешь по центру. Он будет еще в центр закрывать. Угу. Ну и зл... Стой, нет, наверное, не тебя поставим в центр. Гудлик, портал оставишь. Рома, ты трусы. Гудлик, ага. Гудлик, поставишь портал в этом... За треугольником. Будешь в центр закрывать здесь еще. Ну или там. Окей? Угу. Все, хорошо, пьем сапроты. Рыбку ставлю. Я поставил. Уже поставил. Ну ладно. Страшно. Ничего страшного. Это просто рыбка, как говорится. Хуя себе, 100 голды, блядь. Ни у кого с собой нету регов случайно. Каких тебе регов, ну? Сейчас скажу. Так. Ледяная ткань и перегруженный конденсатор. А, угу. Тебе надо сделать это, что ли? Угу, чарку на плащ. А камень 2 минуты. Давай, я слетаю, уставь шкаф. Сокси, чуть-чуть, сокси, чего надо. Не, ну прикольненький молот. Был бы он еще побольше, вообще пиздоты был бы. Говоря, молот Тору, ебать, красненький. Вот он. Мьёлнир, шкаф уставь. Ага. Сколько тебе нужен ткани ледяной? Это ерунда. 12 штучек. Конденсатора сколько нужно? 4? Одну. Один, да? Сумать. Что это там реги для крафта, пиздец? Че, у обоих луков, осколков нету? Да ей уже поставим. Если взять несколько шмоток отсюда из каражана, можно добить до 1100 хостов. Ой, вот у меня лежит одно крылышко острое. Вот смотрю на него так. И очень сильно хочу съесть. Но если его съем, то ты съешь. Руки мой съешь. А ты зубами чисто ешь. Как это было где? Наклонись и хавай. Да я чё, блядь, считал, что ли, да? От голды отказываться нельзя. Слышишь, долго стоим. Поставь перед собой. Ну-ка, не ныть, блядь. Помидорчики взяли. Все, ребят, классику все помнят, я думаю, ничего рассказывать не надо. Че, у нас лайсинг первый? Ну, как обычно, лайсинг первую быстренько заливаем, все. Давай, добавим. Я его в центре держу, аркана влево тоже у поезда вожу по кругу, да? Аркана... Не-не-не, Ласенька, да, держи в центре. Uh-huh. В центре. Нет, давай лучше в печеньке держи его. Окей. Okay. Хотя нет, поставь, давай в центре, Ласенька в центре. Аркан на печеньку, а этого вводишь. Так, Гудлик, накинь по Мэри Джейн, камень. Север, накинь по Гудхиллу. Угу. Бля, ну давай лети, ебаный рот. Чё она там делает? Чарку. Блять, 40 СПД ради этого нахуй. Столько ебатни. Ладно, правильно все, максимально из класса выжимает.
Все равно долго, сука, стоим. Нету, что ли, сегодня? Согласен, долго. Кто-то сказав. Кто? У кого гитара, нахуй, между жопу, блядь? Кто там играет? Ну-ка давай, блядь, этого. Высоцкого заебашь. Нахуя себе. Его уже заебашили. Недавно же день. Это. День рождения, 25-го. Чё, там сделал все? Наиграй хоть какую знаешь, там песню я угадаю, блин. Ну давай. О, господи, это боже. Угадал? Это из Gravity Falls? Это не Высоцкий, блядь. Сука, ну похоже, блядь, по манере. Так это же этот, как его? Блядь, Макс Корж. Какой наш Макс Корж, да, ну наш? Шантаж. Хуйня за рубеж, давай, блядь, заебал. А чё ты Высоцкого знаешь что-нибудь? Нет, я больше по новому. Ай-яй-яй, блядь. Пошел нахуй, Макс Корж, го за рубеж. Там же у него несложные вроде. Там да, менее сложные. Просто падло это учить. Ебать, да поехали уже, ебаный. Да сука, не нойся, заебали, блядь. Держи, ебаный, поехали. Ебанусь, давайте уже. Ромка, давай, живи. Набьем пул. Ура. 5, 4, 3, 2, 1. На пул шала. Увези его в меточку, пожалуйста. Готовимся по сфере играть. Шала пострадалась. Сфера. Поехали по сфере. Правики на себя смотрим. Войс сбивай. Угу. По сфере. Сверху быстренько, быстренько. Шотнули ее нахуй. Проводник, кто с проводником там ебашит? Я слышу не, да? Шаманин сбивает следующий. Шаманин, бери босса. На ком сфера бейте босса. Ну, вернее, на ком сбить каста, бейте босса. Тон лосит хил, нормально? Будет после шмани сбиваешь. Я уже сбил. Будет сбиваешь следующий. Кимси после Гудлика. Сфера. Свиши сферу. Гудлик бей босса пока. Я сбил. Сбил уже? Да. Угу. Говорите, когда сбиваете. После Кимси кого сбивает. Проводник там, блядь, без как не совсем. Добили сферу. А, после войда шаманин сбивает. Проводник, выйди. После шаманизма север сбивает. Войд сбил уже? Сбил. Да, сбил, ты слышишь, сбиваешь. Mm-hmm. После севера кипсик. Сбил шмоли? Нет, еще нет. Он скажет. Тут по боссу играете уже, типа с новых сферы. Готовься напуливать. А, ну еще рано. Каст. Убери. Я сбиваю. Я, бля, скажите ему нахуй. Север сбивает. Так все в босс играете. Готовься хватать. Хватай аркан на пульте. Стоп ДПС по аркану. Ставь его. Ребята, все по меточкам ставили руны, за которые закрывался. Геру, давай. Я сдаю Т4 по дэнке. Я скажу.
Сколько секунд? Две минуты, да? Да, две минуты. Готовимся. Стоп ДПС. Стоп, 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 не по боссу, я закрою. Дальнюю, я дальнюю. Давай, 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 давай. Прохили рейд, прохили рейд. Ага, поехал, босс. Шумы из не бей босса, блядь, пожалуйста, надо. Даш, это... Ромка, столько ДПС. Я ж после рун лучше начал быть. А, это... После рун не бей секунду веса, стоп на ДПС, закрыли руны. О, тут много. Время, ритм... Кимси хорош, Кимси хорош. Шамис тоже хорош. Поехали, босс, можно играть. Чуть-чуть, вот секунд 5 жди, потому что... Пока... Не, секунд 5 не надо. Секунд... Ну да, секунды 2-3. 2 буквально жди и ваш. Готовим сферу. Вы поднять. Стоп на ДПС. Закрыли руны. Блять, в миле, вы чё, ёпта? Нормально, нормально. Прохили рейд, мы же гимодай. Чё-то я это... Дальний побежал закрывать. Нормально, засейвили. Закрыли руны, мили закрою. Трусы, ага. Ты четыре сдай. Поехали, босс. Максимум ДПС, готовься ловить. Маленько осталось. А, Иннер, пошел, отдай. А, вижу, куда. Готовимся закрывать. Рейд, прохилите рейд. Масса круг. Закройте в черепе. Я закрою. Масса круг. Ладно, ничего страшного. Давайте добивайте. 2% осталось, быстрее. Максимум ДПС. Успеем, 5 секунд. Готов ставить. Да. Все, отлично. Все поймал босса, все в сет разбежались. Блять, хуёво, только 2 дышишь, значит, будем ковырять его 2 часа. Будет публика, БР. БР публика. Давай, это, Гудхилл, давай БР по публику. Гудхилл, куда? Стой в центре, не бойся. Дисплей. Не, он далеко, просто я... Он стоит у смотрителя, который лайтнинг. Там, по-моему, прям в нем стоит. А, я понял, всё. Сейчас... Не выходите, сейчас прохил хороший дайте. Все, давай, иди Бэрь. Он уже Бэрь. Ну, все, вижу. Диспельте. Дайте касочку ему, пожалуйста, и диспельте. Диспельте надо, я поставил 500. Ну, так, давайте сейчас перекинуть там. А он все этот. А, ну да, он попасть уж точно. Так, я сейчас севера поменяю просто. Все. Все нормально. Все, молодцы. Тоже сыграли. Далеко воешь. Прям по меточкам води. Это вообще легко, блядь. Нормально все хилили. В конце маленечко растерялись, ничего нормально. А что оно так сильно ударило меня, блядь? Ну, что-то, да потому что такое ощущение, что мы что-то не закрыли. Не, просто щиток бафнул. Или что щиток бафнул, да. А ты отдал там массакр? Нет. А почему не отдал? Потому что я на лох пробовал. Ну ёбанат, ну ладно. Я там безудержно это поливать кастовал. Не было множести. Ничего, нормально все. На старту. Она с мэрии вылетела, да, или что? Куда вы? Почему нет? Мэрия. Да? Мари Джей. Марина. У себя со стаков многовато как-то тебе скидывают. Я просто да. Этот. Дебафов не вижу шовских. Марина, а как дела? Крем не влезет. Зеленка. Здесь зеленка? Ага, все, сейчас скинет. Маринка. Что хоть что это чисто автобус. Нифига себе, шаманизм по сравнению с Эйлером. Никто больше мне ничего не сказал, я шмотки разравил сам. Шаманизм, ты намного больше дамажишь, чем Эйлер. Сомневаюсь, конечно. У него
У него же наоборот, у него хил заряжен. Да не, гипс, если хочешь роль, конечно, почему блин. У него хил заряжен, а лем нет. Ты просто просили меня ролить, блядь, мне не впало. Да. Хотя, блядь, лучше бы ты мне, конечно, уступил его если. Кого тебе уступить? Я уступил. Посох, Гудрик, посох, мне надо посох, я хочу посох, чтобы в жопу. Мне не надо посох, у меня есть. А, Мэрия в хиле, что ли, или что? Да. А, я-то думаю, почему я дебаф вообще не вижу вас? Мы в три когда ходим. Я думал, ты скажешь, почему промахи? Мэрижен, ты можешь ППРить его этими дотками, уютками. А смысл? Ну да, это... Больше урона, быстрее умрёт. Ну да. Ты не, у меня даже не выставлено это. Её не Мэрижен. У нас тренер 6к дамажит, заебал. Марина. Кто-то обиделся, ушел. Ну все, сейчас пойдем хвастаться, смотрите через первый раунд. Мне голова кружится, заебал. Только не говорите, что войд агрессивный. Что за агрессия будет? Не буду с копытом они. Какой-то войд агрессивный. Че, войд опять агрессирует? Да вообще. Голова кружится, блядь, заебал. Чисто этот исторический деятель. Давай в другую сторону, блядь, води. Ну всего ли у нас есть возможность рано сегодня убить? Чисто это картина Репина. Войд агрессирует на рейд. Обычно наоборот, блин. Рейд на Войд агрессирует, да? Так, иду хуярить босса. Давай, ты 4. Ой-ой-ой, ворвался. Ворвался, блядь. И чё, кольцо мое где? Оно не твое. А чё выпало-то? Да я не знаю, чё выпало. Посох я не вижу. Ну вот он, сон, блядь, посох. Опять посох. Так ты ж хотел посох, блядь. У меня кто-нибудь резнет сегодня, блядь. Алло. 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 Хотел получать. Алло, я бас, слышно? Алло. Алло. Резнет севера. Привет. Алло, ну что там с деньгами? Алло, блядь. Один воин, сука, резнул. Спасибо, блядь. Деньги будут. Зачем? Не в гильдии Ириса, да, скажи, не хуй. Я хуй. Есть крыш такие? Просто нормальный, да, пацан. Блин. Все хорошо. А можно я на оф пиздану? Да, забирай. Рок-страй. Че? Зайду срочно на 5 минут. Хорошо. Так что, мне в шипы обратно? Да. Скипнем или?